Гробница должна быть где-то внизу. Лифт застрял. Я на месте. Эти фигуры, воины, они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Это ты? Значит, ты был полководцем. Ты совершил сеппуку. Почему? Все еще острый.
Я подвел мою императрицу. Обряд был прерван. Жрица хоть и знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу. Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Она в гробнице. Черт, пора выбираться отсюда. На нас напали! Помоги! Господи, нет! Я должна туда вернуться. Помогите мне!
Люди! Черт! Огонь! Огонь! Спасибо. Серьезно, я думала, мне конец. Их нигде нет. Что случилось? Когда все началось, Уитман забрал Сэмми и исчез. Он увел ее к Матиусу. А мы не верили. Черт. Я тебе не верила. Что будем делать? У нас есть катер. Пойдем за помощью. Они этого и ждут. Ты была права насчет Уитмана. Ты же сама видела эти бури. Они топят и сбивают все. Во время Второй мировой здесь были ученые. Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми увели. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так же, как Рот. Слушайте, что бы здесь ни было, пусть Лара разберется. Возвращение в это осиное гнездо, самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Рейс, я знаю, как сильно ты рвешься домой к дочке, но борьба еще не окончена. Очень прошу тебя, ни о чем не спрашивай. Просто доверься мне. Ладно, спустим его на воду. Как будешь готова, поднимайся на борт. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так. А зачем Матиусу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие все, что у нас осталось. Попробуем. Пошли. Нет. Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Птенчик мой, мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Thank you.
что эти... Штормовые стражи. Люди. Они охраняют монастырь. Ждут, когда их представит новая императрица. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Что он делает? Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. О, нет. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Тё! Охраняют свою императрицу. Thank you.
Как они могут быть еще живы? Yeah.
Thank you.
императрицы Солнца. Огненный обряд – выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть, она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О, Боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Сэмми, вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Thank you.
Берегись! Эти ублюдки направляются к тебе! Мы задерживали их сколько могли! Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать.